Всем привет! Вы на канале Пушкин Лайф. Сегодня рассказываю вам о часах Casio Vintage. Молодежные часики, давайте их распакуем. Расскажу вообще, как они у меня появились и где заказывал. Заказывал в магазине Tempus. Заказывал их в октябре месяце 21 года на Новый год, на подарки. Подарки дочке. По времени, смотрите, 19:44. Ну, как бы четко, все точно. Лежат уже 2 месяца у меня. Ну, заказывал пораньше. Там ценник был хороший, где-то около, в пределах 3000. Здесь они у нас такие, ну там 3900, 4. Вот именно вот такие модельки с нержавеющим ремешком. С ремешком из нержавеющей стали. Ну, оригинальные, конечно, часы. Потому что в Темпусе других и нет. Европейская модель. Для европейского рынка, не для России. Эх, вот этот вот ремешок, опять же, да, ребят, который я не люблю. Тут его расстегивать, регулировать не нравится мне, сразу скажу. Casio, номер модельки, stainless steel back, то есть нержавеющая сталь, сам браслет. Ну, конечно, он простой, для такой цены, естественно. Water resistant made in China. То есть нержавейка, задняя крышка и сам браслет. Молодежь любит эти часы, за что? Напишите в комментариях, кому нравится, кому заходят такие часики, кто их носит. По вашему мнению, да, регулировка здесь. Ну, подсветочка, по-моему, это подсветка у нас, да. Ну, приятная, как у меня на старых Casio были. Это, по-моему, режимы здесь. Будильник, секундомер, настройка времени. Здесь, по-моему, у нас это меняется. У нас отображение информации, то есть 24-часовой режим и 12-часовой режим. Все, часы самые простецкие, самые простые. Давайте сейчас прикинем на мою худенькую ручку. 16,5 запястья у меня. Вот. Ну, на мою, да нормально. Ну, для девочки 25 лет, я думаю, тоже подойдет. К размерам. Давайте сразу по ширине, наверное. Ширина у нас с вами, посмотрим, 35-35,5. Толщина десяточка. Ну, не знаю, от ушка до ушка можно, конечно, попробовать, если в этом смысл. Ушка до ушка. 38. Вот. В целом, ребят, ну, что могу сказать? Вообще симпатичные часики. Молодежные, опять же, да? Вот. Ну, вот, смотрите. Если кому-то прямо загорелся такой аппарат Casio, я считаю, все-таки это молодежный стиль. Больше для молодых. Поносил, ну там сколько, годик-два, не знаю, сколько они выдержат, конечно, посмотрим. Поэтому, значит, пока все вот в пленочках экран. Посмотрим, как поносятся. Пишите свое мнение в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если было интересно. Всем пока-пока!